Паводок проходит в Омской области по лучшему сценарию, несмотря на то, что из районов области приходит сообщение о подтоплении дорог. Глава МЧС России по Омской области Владимир Корбут на пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР Медиа заявил, что худшие ожидания насчет паводковой ситуации в регионе не оправдались. К сегодняшнему дню на горячую линию МЧС поступило всего 50 звонков и ни одной жалобы на то, что вода зашла в дом. Ухудшение ситуации синоптики ждут в Черлаке, Таре, Тевризе, Устишиме, Муромцево. А ведь еще месяц назад большую воду ждали сразу в 24 районах области. Впрочем, в село Мангут Называевского района вода все-таки пришла. И, как утверждают местные жители, пожаловавшиеся в социальных сетях, они спасли на деревню даже вырытые каналы. Ситуацию на контроль взял губернатор. Завтра будет Виктор Иванович Назаров вместе с межведомственной группой находиться именно в Мангуте, будет работать с населением, будет прием граждан, и там же будет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы определить дальнейшую работу по недопущению нарушений жизнедеятельности населения.